заиграло представление, и это волшебная музыка, и просто волшебный голос Деда Мороза. И он говорит, что я часто вижу волшебство зимой, а музыка, она как бы притворяет уже это волшебство. Вот прям, ну, чувство, атмосфера, она сказки, она присутствует здесь. Еще, когда смотришь на обложку, там тоже все удивительно переливается. И чувство прям такого сказочного волшебства. И потом, когда появляется сама игра, и вот они, эти те снежинки, которые переливаются всей радугой цветной, и здорово уже немножко получилось прикоснуться к этой игре, поиграть, и когда ноты, когда как моя игра созвучит с этой игрой, то есть попадаю в ноты, так прям радости прибавляется. Ощущение вот этого перелива всей радуги цветной этих снежинок гирлянд.